Полеты не во сне, а наяву. Ради здоровья. Дети с двигательными нарушениями пройдут курс адаптивной физкультуры в аэротрубе. Необычную реабилитацию предлагает проект Общероссийского народного фронта. Реализует его лишь в нескольких регионах. С подробностями Артем Петров. Чуть-чуть согнись так, чтобы у тебя прямая спина была, и попробуй пройти без остановки. Вместе с инструктором 9-летняя Лиза выполняет комплекс уникальных упражнений. Методику реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья Алексей Салихов разработал лично. Благодаря такой адаптивной физической культуре на ноги встал не один человек, но уже скоро. К комплексу занятий по оздоровлению добавятся полеты. ОНФ запускает федеральный проект по аэродинамической гимнастике для детей с ДЦП. Летай со мной. Полеты в аэротрубе. Они тренируют группы мышц, которые не задействованы при ходьбе на земле, или мы не можем в спортзале это натренировать. Самое интересное, что в аэротрубе человек полностью расслабляется. Проект «Летай со мной» заработает в 4 городах России. Наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Челябинском проходить такую реабилитацию смогут дети из Ульяновска. С 1 октября до конца октября подавали родители заявки на участие в проекте своих детей. В проекте их будет задействовано 30 человек. Возрастная категория от 5 до 14 лет. Перед своим первым опытом в аэродинамической трубе Лиза крайне волновалась, но все страхи испарились уже через несколько мгновений полета. Поначалу я, конечно, немножко волновалась за то, что вот упаду и улечу. Но потом я привыкла и потихоньку начала взлетать. Все прекрасно. Проект «Летай со мной» заработает уже в начале следующего года. В комплексе с еженедельными занятиями по адаптивной физической культуре полеты в аэродинамической трубе позволят более эффективно тренировать самые разные системы организма. Систематически и дозированно. А значит, процесс реабилитации особенных детей будет проходить быстрее. Артем Петров и Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск.